сворачивать я не помнил. Поэтому стал ориентироваться на навигатор. Там, где он ближе всего, трасса подходит к Байкалу. Вот в том месте буду поворачивать. В общем, это или поселок городского типа, или просто город Бабушкин. На трассе несколько таких участков. Но, во-первых, движение очень неприятное. Против солнца слепит. Вид из окна, съемка плохая, останавливался, стекло протереть, но практически ничего не изменилось, то есть солнце в лицо портит картинку. Ну то, что буду ночевать на берегу Байкала, это уже понятно. Ну а на самом месте, ну я, наверное, еще немножко кое-что скажу. Так, трасса Р-258 Байкал. С правой стороны скоро начнется, но далеко с трассы не видно будет самого Байкала, но просто для ориентира говорю. Вообще мое мнение такое, что каждый человек должен хотя бы один раз побывать на Байкале, хотя бы. А побывав один раз, он и второй, и третий многократно захочет там бывать. Так, ну, двигаемся до поворота, или поселок, повторю, или город Бабушкин. Вот это вам для навигации в будущем.
стекло попробую протереть. Жутко грязно. Ни хрена. Что ж такое, а? Как тебя протирать-то, я не знаю даже. Вроде получше.
пятно убрал с лобового стекла. Там, по всей вероятности, скол микро. Туда попадает разная чепуха, и видно, как дворники размазывают его и первый, и второй в разные стороны. Байкал во всей своей красе.
Байкалу проедешь. Мы ушли с маршрута. Да вижу.
попробуем потихоньку проехать к Байкалу. По этой улице навигатор уже проложил. Вот так. Тут, говорит, даже проще. По этой улице. Прямо до моста, под мост. Асфальт заканчивается, но на машине, говорит, я проеду. Ой. По-моему... Маршрут перестроен. Через 100 метров поверните налево. По-моему, в прошлые разы я здесь
мегафон показывает. Вы ушли с маршрута. 100% мощность. Маршрут перестроен. Поверните налево. Маршрут перестроен. Через 200 метров поверните налево. Это город называется Бабушкин. Ага. Вот. Ну, я здесь, если помнишь, раньше, когда перегоны были, я умывался в Байкале.
да. Вот я опять на этом же месте, ну случайно. Что, холодно совсем, да, Валь? Ну так, нормально, прохладно. Вот здесь 9 градусов. Вот я думаю... Ну, у нас примерно то же самое. Я думаю поставить видеорегистратор на всю ночь. Записывать, ну, в этот, в режиме паркинга. Ага. Вот, ну и потом этот, посмотреть. Восход, там закат, все это. Ага. Ну, оставайся, что ночуй там. Вот, ну, ты там можешь отследить же мне, где я нахожусь, если что? Ну, так, плюс-минус. Ага. Рыбаки вон там, женщины ловят рыбу. Ну ладно, сынок, все тогда. Ага, давай, давай, пока. Так, ребята посоветовали поменять диспозицию. Вот сейчас по совету рыбаков. Там есть моря где-то. Проеду немного. И на маяке вид гораздо лучше. Ну, все посыпалось. Вот эти ребята подсказали, что нужно проехать немножко дальше. Там будет маяк. Прямо на берегу. Немножко про маяк. Он, впрочем, как и многие места в России, там где скалы, где очень красиво вандалы оставляют. Я думаю, вам тоже интересно будет посмотреть на Байкал для жены паркинга. Вот приближаюсь. Байка. Ну, первый комментарий перебивать не буду. У меня намерение проехать. Но за Байкальска. Какие воды? Вот подъезжаю к маяку. Разбиваются о берег брызги. Это примерно 3-5% от той панорамы, от той красоты, что можно увидеть воочию. Ветер, шум волны. Температура где-то около 10 градусов. Не очень жарко, вот, но не холодно. Я опасался, что ночью будет холодно, плюснусь от холода.
но этого не произошло. Кстати, оставил включенным видеорегистраторы, два видеорегистратора на всю ночь. Не знаю, буду размещать или нет эти видео, там часа, наверное, 4 или 5 на каждый видеорегистратор шла запись. Ночной Байкал тоже очень красив. Ну, как прошла ночь, я, наверное, в следующей серии расскажу. Просто удивительная атмосфера здесь, удивительное спокойствие. Как, например, и на ночевке возле Владивостока. Тоже такое же спокойствие, такое же блаженное состояние. А приезжать на Байкал надо не на час-два, а как минимум на неделю, а может быть и на две. Тут рыбаки находят для себя удовольствие. Вот я подобрал там два камешка, два белых камня, память о Байкале. Ну, завтра еще, в следующей серии, я, наверное, сделаю вставку небольшую с бокового видеорегистратора. Там тоже очень красивая панорама, очень красивый вид открывается. Ну, а если кому интересно будет, можете написать в комментариях. Может быть, размещу видео ночной ночевки, как ночью Байкал себя ведет, как он выглядит. Или же буду, по всей вероятности, размещать видео, снятое на боковой видеорегистратор всего маршрута. Ну, вот отдельные участки, особо такие красивые, привлекательные. Это и на Колыме, в Якутии, на Дальнем Востоке, Забайкалье, Крым. Ну, в общем, после завершения основного сериала, сколько будет серий, сейчас не могу сказать, но, наверное, около 600. Вот, там уже будет, может быть, 100, может быть, 200 серий видео, снятое на боковой видеорегистратор. Просто посмотреть на красоту, на горы, на поля, на леса. Должен сказать, что на большом телевизоре я смотрел видео ночного Байкала. Это как не медикаментозное снотворное. Смотришь и вот расслабляешься до такой степени, что просто засыпаешь. Это как съемка из окна поезда, где картинка постоянно меняется, зацепиться глазу. Вот я камни там подобрал сейчас. Наверное, видно будет. Камешки на память. Белое-белое. Вот, глазу зацепиться не за что. Вот, и человек таким образом расслабляется и засыпает. Вот то же самое и с Байкалом. Если что пропустил, может быть, вспомню.
к следующей серии. Вот меняю позицию, потому что опасаюсь, что ночью может быть прилив и может залить автомобили. Плюс спрячусь от ветра за маяком. Хотел заснять восход солнца, как под Владивостоком, но, к сожалению, была облачность. Была облачность, и съемки не получилось. Ну все, до следующей серии.